Следующий год будет богат на свадьбы. Торжества массово переносят из-за эпидемии коронавирусной инфекции, и парам есть куда спешить. С каждым днем выбрать дату все сложнее. Супругам Томашенко COVID-19 еще в апреле подпортил бракосочетание. В ЗАГС они пошли одни и в масках. А пышный праздник и вовсе оказался в подвешенном состоянии. Наш праздник был запланирован на 5 сентября. Мы надеялись, что к тому времени все закончится, и у нас будет свадьба мечты с танцами, объятиями со всеми родными. Но проходит месяц за месяцем, и понятно, что нужно переносить. Организаторы торжеств прогнозируют, что весь следующий год будет одним непрекращающимся свадебным сезоном. Заявки уже есть. Чтобы не потерять аванс, мы согласовываем с молодыми новую дату. И это не обязательно выходные. Люди готовы играть свадьбу и в понедельник, и во вторник, и в пост, лишь бы день был свободен. У нас полный хаос, не знаем, как все уладить. Кто-то поменял дату заранее. Еще есть случаи, когда пришлось отказывать, потому что на выбранный день уже запланировано торжество. Но думаю, что мы разберемся и найдем выход из положения. 90% пар перенесли свадьбы на 2021 год. Все авансы сохраняются. Нам звонят молодожены, которые и так планировали свадьбу на следующий год. Очень сложно подобрать день. Вероятно, будем петь каждый день, сориентируемся по ситуации и сделаем все, чтобы все были довольны. В Молдове продолжает действовать режим чрезвычайного положения. Завершится он не ранее 31 августа. В этот период свадебные торжества запрещены.